Да ладно. Роман, время еще 7 минут. Я пытаюсь завести просто, ребят. Ключ, а не кнопка. Тут нету ключей, тут все на кнопках. Давайте подойдем к Роману, посмотрим, что внутри у этого автомобиля. Там, как там все это выглядит? Кто хозяин вот этого автомобиля здесь? Это Игорь, да. Игорь сейчас пытается рассказать. Здесь на самом деле очень удивительная вещь. Тут нету места, куда вставляется ключ. Тут есть кнопка старт, как в космическом корабле. Вот она здесь. Не нажимай ее больше, а то я боюсь, что ты сейчас стартанешь. Простите, а можно нажать кнопку старт? Выжми сцепление. Думаешь, надо? Роман Нет. сломал, значит, купил. Еще раз? Нет, сцепление не надо выжимать, так заводить. Воу! Наконец-то! Если что, я знаю адрес этого молодого человека, вы не переживайте. Сколько вы собирали этот автомобиль и сколько он уже прошел фестивалей? Вот. И можно ли прокатиться, спроси. Строю и еще конца и крайней. В смысле, именно конкретно эту машину? Да, да, именно вот эту машину. А прошел, ну, очень много. Какие мероприятия есть у нас, во всех участвуют. Что он может вообще? Что он преодолевал? Все может, только не летает. И плавает, и по капот едет, стоит в воде. Ну, все, только не летает. Едет по грязи хорошо. У вас самая лучшая машина, ну, по плане проходимости на фестивале? Или приезжают люди, у которых еще круче? Каждый хозяин хвалит свою машину. Я считаю, у меня она, да, лучше. Есть еще лучший аппарат. Ну, всякие разные. Роман очень интеллигентный, он стесняется. Можно я пару метров проеду? Да, 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 да. Ты делись впечатлениями, Ром, тогда. Как тебе? Воу. Ром, ты заднюю врубил, что ли? Подождите. Очень крутая приборная панель. Ребят, я еду на этой штуке. Вот это да. А тормоза на кнопках тоже? Открывается шлагбаум, Роман. Только не выезжай за него, пожалуйста. Я понимаю, что он сейчас может переехать через него, но лучше останься с нами. Возвращайся. Итак, давайте вновь к Михаилу подойдем. Михаил, рассказывайте, куда нам ехать, когда нам ехать. Смотрите, еще раз, да, резюмируем. Резюме. Если вы хотите поучаствовать именно в маршруте, то есть мы стартуем утром в 9 часов возле поселка Солонцы, возле знаменитой трассы Кроссовой. Когда старт? 6 числа в субботу в 9 утра. Вот. Мы там собираемся, стартуем и различными путями приезжаем на нашу финальную поляну, которая находится возле деревни Погорелка, база «Лесное озеро». Туда можно приехать сразу прямиком, ну, минуя наши маршруты, на любом автомобиле. Мы всех будем рады видеть. Туда абсолютно обычная дорога, можно туда пробраться без проблем. Таёшкин код ищите в интернете. Подробности, я думаю, не заставят вас долго ждать себя. Детали все на сайте есть.